О святый пророче Божий Илие, моли о нас, человеколюбца Бога, да подаст нам, рабам Божиим, дух покаяния и сокрушения о грехах наших. И всесильною Своею благодатью да поможет нам пути нечестия оставити. Преспевайте же во всяком деле блазе, и в борьбе со страстьми и похотьми нашими да укрепит нас, да всадит в сердца наша дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности ко славе Божией и о спасении своем и ближних доброе попечение. Отврати от нас предстательством Твоим праведный гнев Божий, да така в мире и благочестии пожившее всем веца. Сподобимся причастия вечных благ во Царствии Господа и Спаса нашего, Иисуса Христа. Ему же подобает честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и Пресвятым Духом и во веки веков. Аминь.